Павел Дыбин может сменить кресло депутата городского на областного. Он стал победителем предварительного голосования до выбора депутатов областной думы, которые состоятся уже в июле. Сегодня об этом заявил председатель регионального парламента Михаил Боровицкий. Кроме этого, секретарь регионального совета партии подвел итоги и предварительного голосования «Единой России» по кандидатам на выборы в муниципалитет Ярославля. В нем приняли участие 22,5 тысячи человек. Это те, кто пришел на участок, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Как отметил Михаил Боровицкий, на всех участках голосование можно считать состоявшимся. Правда, без нарушений не обошлось. Официально зафиксировано 9 жалоб. Много вопросов остается и о легитимности голосования в 8-м округе Заволжского района. Там наиболее, на взгляд, были грубые нарушения, которые по жалобе сейчас рабочая группа создается и разбирается. Она проведет свою работу, подготовит материалы, оргкомитет их рассмотрит и примет соответствующее решение. Решения могут каковы? Либо все-таки утвердить решение, которое приняла комиссия, один из вариантов. Второй вариант – это выборы на этом участке признать недействительными.